Представители КМНС приравняли к спортивным любителям-рыболовам. Так теперь коренным малочисленным народам запрещено ловить на Печоре рыбу в дни, когда на нерест идут семга и горбуша. Приказ Министерства сельского хозяйства вступает в силу сегодня. Об этом сообщил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак на еженедельной планерке. До внесения изменений представители коренных малочисленных народов Севера на территории округа могли круглогодично заниматься традиционным рыболовством любыми незапрещенными орудиями лова на всей территории региона. Этим зачастую пользовались браконьеры, прикрываясь статусом КМНС. Поэтому, по словам Олега Белака, изменения решат достаточно серьезную проблему. Департаментом будут подготовлены распоряжения об отмене всех выданных на руки договоров. Таким образом, вот эта вот проблема, по большому счету, нелегального лова под прикрытием потребностей КМНС, она успешно решена. Работа в этом направлении в течение прошлого года велась департаментом совместно с территориальными органами власти. Ее итогами стал приказ Минсельхоза о внесении изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Особенно сильные изменения коснутся представителей КМНС, которые занимаются традиционным рыболовством. Новые правила устанавливают не только запретные сроки для добычи водных биоресурсов по соответствующим районам, но и разрешенные орудия добычи. В новом году положительных результатов ждут и от сельского хозяйства региона. В прошлом ненецкая АПК увеличила надои молока. У нас в 2014 году удой был 4824, по 2015 году 5223, плюс 390 литров. Такие же темпы, по словам аграриев, запланированы и на этот год. Кроме того, к концу 2016-го Воксино планирует увеличить стадо с 40 до 80 дойных коров, отремонтировать помещения для молодняка и сдвинуть вопрос строительства телятников в Тельвиске. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».